Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю распаковку вот такого пакетика. Шопкинс, 6-я серия, кулинарный клуб. Здесь может попасть Шопкинс в кулинарной книге. Какой-нибудь кулинарный кексик или мука. Давайте открывать. Так, какая книжечка милая. Я такую никогда не видела. Так, сейчас мы ее вот так вот откроем. Так, вот. Но если правильно делать, потому что я такие книжки... О, да. Знаете, это как шкатулка такая. Шкатулка похожа. Так, здесь какой-то Шопкинс. Так. Так. Так, и... Ой, кто это? Что там за Шопкинс такой спрятался? О, это салат! Так, сейчас мы найдем его. Сейчас мы найдем, что это за салат. Так. Это такой салатик. Как я понимаю, здесь надо Шопкинса собирать коллекции. И тут как будто мы вот, собираем, например, клубничку там. Не знаю, там взбитые сливки, для примера, и получается, как блюда какие-то там могут попасться нам. Вот как тут смеси. Это как рецепт такой, вправду. Вот. Так. Вот тут даже ветки есть. Так, на обратной стороне. Так, вот на обратной стороне. А вот наш Шопкинс там внизу. Вот он, вот он, вот он. Наш Шопкинс. Вот какая большая коллекция Шопкинсов. И вот какой нам милый Шопкинс попался. С вот такой книжечкой, как его домиком, который открывается как шкатулочка, его можно туда спрятать. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!